там Дима бегает, иди за ним, крошка. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, васаби, скромник, бродяга, редиска, дарк драгон, бульбазавр, танго, мокси, пацаны, поздравайтесь. Здравствуйте. Давно у нас не было рубрики «Какой аниматроник настоящий?» И как и обещали давным-давно, что мы усложним задачу ищущему, сделаем всех аниматроников одинаковыми. Если тебе текущий приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник настоящий?» Сейчас Димас найдет. Кстати, я вижу, как пацаны шкерятся в уголку, стоят. Это что за подсказки? Да. Знаете, еще прикол? Легко маскироваться под этих Фредди, потому что они очень медленно ходят. Еще и тупашат. Че, уйди все, подождите, я не могу нас определить настоящий. Тяжело найти? Да, у вас я обычный аниматроник тоже. А кто же ищет сейчас? На, кого я убил? Есть! О, я уже приняла. Опа, иди сюда, иди сюда. Бульбазавр. Убегай, щенок. Страшно, вырубай. Пацаны, ходим, не палимся. Я бы, ребята, поставил больше, но у некоторых из подписчиков лагает. Поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Ну что, нашел? Я вижу, за кем-то гоняется, это смешно. Ой. Мне типа тоже искать? Да, бери фотоаппарат в руки и под срачником ищи. Фотоаппарат. Да, фотоаппарат, когда ты берешь руки, у тебя не отображается просто никнейм человека. Крошка, как ты там догоняешь этого Фредди? Убегает, убегает, я вижу. Да на подстрой, что ты... Я не могу ему... Блин, классно, да, маскироваться, когда они все одинаковые. Забежал за угол, они уже не знают, где ты. Вот это маскировка. Знаете, что мы в следующий раз сделаем? Мы возьмем плоскую карту и поставлю их в 10 раз больше. Как много Фредди. Да уйди. Ты что, я тебе урон не наношу. Ты разве много? Я уже убежал. А крошка, я дам тебе подсказку. Я Фредди. Тяжело найти, пацаны? Я, короче, Димас, я дал вам подсказку, то, что я Фредди. Короче, я подсказываю, у меня есть шляпа. Отвали. По-любому, вот он, стой. Да уйди, Фредди. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараюсь снять что-то очень интересное, которое залетает в тренды. Меня все еще никто не убил. Я тоже. Отвалите. Так, два человека за мной уже бегали. Среди толпы надо спрятаться. О, крошка, вижу, вижу, как ты зайти. Да ну да, я слежу с толпу. Блин, надо было по всей карте, да, играть, пацаны? Да, так я и так посекал. Это было бы прятки, наверное. А так место ограничено. Кто там остался? Хи-хи-хи, отвали! Я остался. Я тоже остался. Четыре еще. Где Дима? А вы здание не проверяете? Да отвалите! А в здании никого нет. Прикольно. Васаби, привет. Еще в чуть-чуть не попал, еще в чуть-чуть. Там Дима бегает, иди за ним, крошка. А меня никто... Да ладно, а ты как, ты знаешь, да, что я туда пойду? Ты опередил меня, получается. Так, ну что, ребятушки, берем камеру в руки, начинаем искать пацанов. Давай делаем перекличку, кого не нашли? Меня не нашли. Двоих? Троих? Вон бегает. Я просто буду бегать. Я мансую. Я тоже самое, я согласна с тобой. О, Дима, блин. Дима, я тебя выжду, я сзади. Ой. Почти. Пацаны, ну что, давайте будем окружать их. Давай, Дима, пробуйте. Крошка. Это не он. Как дела? Это не он. Почти. Как, я же попал его. Встань. Видели, да? Заранее бейте. А чё он стоит? У меня NPC обычный постоял и пошел, такое бывает? Да. Офигеть. Это так прикольно. Давай. Да чё, просто не нашли? Я вижу, как друг друга избиваете. Вижу.
Оп, оп. Лови, 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 лови его. Мы, ребята, сейчас его поймаем. Оп. Опа. Я ж могу подсрачника на ходу выдавать, не переживай. Убил, не? Да его невозможно убить. Хоть это кажется. У нас скорость такая же большая, как и у него. Я мастер. Кстати, это очень самый медленный аниматроник. Ах ты. Не подлечь, попал. Иди сюда. Видите, я вас замутил, да? А мы сейчас попадем, ты не переживай, это ж до поры до времени. Сейчас я попаду в тебя. Я сколько Фредди там на точке стоит. Смотрите, сколько там Фредди. А мы хотим тебя увидеть. Да там второй. Там нормально втроем бегать за одним. Так, во-первых. А мы его убьем, да не переживай. Бульбазавр, не палит других. Не будь крыс. О, да как? Я не попал. Видели, как это рядом было? Ты чё? Идите сюда. Быстро, я сказал. Иди сюда, я тебя убью под срачником. Давай, 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 ребята, гоняйтесь, гоняйтесь. Да убьем, убьем. У меня 10 хп. Да не может. Не может. Да блин. У него точно 10 хп? Да, да, честно говорю. Да не, мы бы уже поп... Если он обманывает, то он, я думаю, он честный человек. Порядочный. Смотрите, я его сейчас убью сразу. Где он? Можно у стенок сразу. Подождите, подождите, это он один остался или еще кто-то есть? Я еще. Настрое. Можете убить, он ведь нет. Нет, пускай гоняется. Все, ну сейчас упадет и умрет. Всё. Он бессмертный попадает. Пацаны, да, чекаем всех. Нафига я их столько много поставил? Эльдарин. Вон он бежит. Вот он, книги перед ним. Вот так Эльдарин. Да васаби, ты че? Да, ну все, это без меня, Бульбазавр, это просто судьба убить тебя, моя. Я сейчас подскажу, где ты. Я хочу я умер, ты чё? А, ты умер, значит другие. А блин, я не могу никого убить. А где вы? Вот я вижу, и вот игрок, по-любому. Да ты бессмертный, ты чё? Не. У тебя хоть идёт. Даже а тут аниматроники есть. Dark Dragon, ты где? Я бегаю. Мы так полчаса мог пройти. У тебя честно 10 кубов? Да, честно. Можете еще раз перевыдать. Да блин, пацаны, я не могу. О, вот вижу, вижу, вижу. Это вы до сих пор его гоняете? Вот это все время? Ты что, офигел, подлец? Никогда вы не поймали. Так, а где же Дар Драгон? Где же Дар Драгон? Давайте думать. С аниматроником бегаю, хорошо. А, ты тоже ищешь уже? Не, я еще прям сейчас от вас. Да как ты выжил? Его невозможно поймать. Он слово как собака бегает. Я прям по порядку, ребята, пробиваю все. Я играл 1 часов. Действительно. Ну, читер. Но он читер, он бессмертный. Да, не, я не могу Дар Драгона найти, представляете? Дар Драгон... А у Дар Драгона точно 10 хп, не дурит он? Смотри, мне, смотри. Так смотрите, я прям всех отлупил, его нету здесь. Не могу, я могу даже еще раз 10 хп. Не, я верю, я верю. Просто почему я тебя не могу найти? Это очень странно. Очень странно. 10 хп всем. Даже скрип дали всем. А мне зачем 10 хп? Пусть будет. Тебе пригодится 10 хп. Он себе развился, когда за ним буду гонять. Так смотри, я прям всю карту прочекал. Дима, привет! Да тебя не убьют никогда. А ты читер. Сейчас я его успокою, Дима. Давай. Так, вот так, 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 так. Короче, делаем по-другому. Так, что ж ты? А? Пистолет, что ли, использовать будете? Нет. О, я убил кого-то. Я удалил всех NPC, теперь мы видим настоящих игроков. Нет! Мочите его, да, мочите. Мочите, мочите, теперь мы видим его. Теперь ты уже не скроешься. Смотрите, как перестала четко идти игра. Ой, FPS, да, увеличился, когда я удалил всех? А, нас двое. А где же Dark Dragon, если вы удалили все? А, вот ты хитрец. Иди сюда. Ах, ты по стене ползаешь. Идите сюда, подлецы, мы вас вычислили. Мы вас по IP вычислим. Пацан, он реально медленно, да, бегает? Ну, медленно, ну как? Пикачу слишком маленький. Ты, стеновоз. Так нечестно. А как мы тебя убьем? Ой. Ах ты, чили-пиздник морской. Что за картой? Упал.
хотите? Это смерть. Кто не сломайтесь, Тед. Так, догоняйте, догоняйте, их надо убить по-любому. Да не убьете. Убьем, убьем. Я тебе говорю, мы не таких только, да, пацаны? Мы же разных можем. Да. В следующий раз возьмем с этого мечами. Он уже умер. Вы без стены ходите? Только выбеги за стену. Я тебе такого после чего буду. Обалдеть. Димас, не понял. Ну что, нормально, пацаны? Честно. Я живой. Ты живой? Я только живой. А в смысле, что это? Сделали? Да. Ну что, пацаны, нормально? Да. Всех убили? Да. Ставьте бомбу, я ее встрельну, базу это пулеметом подорву. Давай, Dark Dragon, ложи бомбу мощную туда. О, все. Готовы? Давай. Нужно было послабее. Это сильно мощно. Ой, я живой. Ты живой, да ладно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Ух ты!